Рабочие, вы не пускаете мэра в кабинет. Ножку уберите, пожалуйста. Ножку уберите, пожалуйста. Проходите. Я хочу уйти и закрыть дверь. Можно имущество нашего. Но вы сказали, что вы сейчас... Я вас приму, женщина. Ну, видите, что это? Вы хотите туда... Ну, давайте, мы зайдем. Я говорю, туда заходите. Вы туда хотите? К ним. Вы ко мне. Я с вами не ошибаюсь поговорить. С вами сейчас пообщаюсь. Я с ними не хочу. А у нас мы вместе пришли. Женя. Ну мы вместе пришли. Ну вместе, а я с людьми пообщаюсь. Хотели задать вам вопрос. Зададите. Почему вы вообще такой формат включили? Это мое дело. Как это ваше дело? А вы не забывайте. А вы почитайте регламент. И? И там вторник, есть пункт? Два раза в месяц. Есть пункт разный там, есть в регламенте? Я вообще не отменю. Вот смотрите, вот сейчас после этого, смотри. Вас не устроило так, как было? Вас не устроило так, как было? Мы отменим вас. Отмените, вы же отменяете два года и не можете никак. Отменяйте, Жень, отменяйте. Вы не забывайте, что вы представляете наши права и интересы. Все нормально там? Сейчас. Ага, так. Ну что, деньги пропали, я не знаю. Тысяча долларов. Ну дай кладут взятки таким людям. Это мои, вот я людям хотел подарить. Давайте. Взятку подарить людям? Хорошее дело. Так, ну... Вы же меня сослушаете. А ну давай, занесите декларацию. Мы же договорились о чем-то. Это же не подарок, это помощь. Правильно, это помощь. А вы где взяли деньги? Ну сейчас поговорим. Сейчас полиция выведет. Вы не будете с нами общаться, как понял, да? На вторник записывайтесь, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, вы свободны, сидите. Меня люди ждут. Меня ждут люди. Ответьте, пожалуйста. А мы что? А вы каждый день доступны к мэру. У вас каждый день есть. Вадим, чем вам не устраивал тот формат, что был? А чем вас не устраивал, который сегодня прошел? Вы сбежали. Что это я сбежал? От кого мне бегать? Ну, обыкновенно. Вы пообещали, что вопросы будут через нас. Значит, я вам объясню. И убежали от своего жизни. После сегодняшнего скандала, сейчас вам ответственно заявляю, я вообще отменяю этот формат. Это не скандал. Ну мы отменяем вас. Отменяйте меня, а я отменяю этот формат вообще. Как общаться со своими коммунальными службами и с управлениями? Я найду. Есть селекторы. Баня? В бане это вы общаетесь. Все, поговорили? А где вопросы задавать? Вопросы кому? Хорошо. Пишите письма. Ага. А мы уже написали, я пришел за ответом, а вы не даете. Вадим Михайлович, а я вот Вася знает, как со мной работать, через суд. Вадим Михайлович, да. А я вот я считаю, не проигрываю, а я считаю, я что у нас... проигрываю, да, но мы общаемся в суде, Вадим нормально. Да, я считаю, был достаточно удачный суде, формат, где люди приходили, началось не то, что взаимопонимание, взаимодействие пошло. А мы, люди мы, начали приходить и благодарить именно формат аппаратного и нарады. Хорошо. Это именно прямой контакт. Вы там не уснули? Нет, все нормально? Нормально, да? Хорошо, все. А вы взяли-то отменили. Ну, как-то некрасиво. Сейчас полиция. Дальше нельзя показать температуру по телефону. Да, но здесь работает кондиционер, и климат намного лучше, чем в Малом. Ну, конечно, конечно. Вы соизволите выслушать нас? Или вы будете петь? Я сначала вызову полицию, хамство терпеть не буду с вами. Это не хамство. Это хамство. Вы вырываетесь в кабинет к мэру, не даете работать. Это я был неправильный. Для вас это не хамство, для вас это норма жизни. Для меня это хамство. Вы что, конечно, после аппаратной нарады всех пригласили? Не всех, а женщина, которая задала вопрос. Не, ну... Да, он когда женщину пригласил, выслушал. Вопросы были у всех. Вы просто сделали так акцент. Но вопросы были у всех. Запишите с вопросами, пожалуйста, на прием к Лецкому голове. Вот этих товарищей. А там вам расскажут, там очередь живая. Так что... Живая? Да, живая. Еще живая? Ну, я не знаю. Ну, не знаю, Владимир Михайлович, мне кажется, некрасиво так себя вести, понимаете? Я вам так это же вы провоцируете, это вы всегда выступаете генератором таких вот последствий. Я не провоцирую, вам не хочется о таком формате, не надо. То, что мы в большом зале хотели вам, как обычно, задавать вопросы. Задавайте вопросы, как хотите. Вот есть форма общения с мэром, пожалуйста. Была прекрасная форма у нас. Понимаешь, я умею, как бы, я не имел, понимаешь, просто раз я не имел. Не могу говорить и все. Мне так дорожник. У меня связки пропали, волосы. Мне так один некачественный дорожник говорит. Когда я приезжаю, а он некачественный дорожник, он сразу говорит, что я не мой. Как он себя ведет? Обратите внимание. Наверное, его кто-то крышу. Ну, конечно же. Смотрите, кто в кабинете городского головы находится, а где городской голова? Просто выдавили из кабинета. Он на вышел кем-то. Да. Ну, это похоже на цифры. А вы говорите, работать. Работать.
Мы к нему на прием. Закрыть не могу, закрыть, выехать не могу. На это, закрыть я не могу. Заявление, говорят, что это их не кабинет. Говорят, что это, их кабинет. Прошу выйти. Согласно Конституции Украины, это так и есть. Ну, пишите протокол, заполняйте, выводите. И я тоже хочу сделать заявление. А что, заходите, что приглашаете? Приходите, расходите. Вы чиновники, примите людей, пришли к вам. Вадим Михайлович проводил аппаратную нараду. В конце аппаратной нарады все, сказал, что вопросы будут в разном. И вот наступил момент разного, он начал уходить. На вопрос, почему вы уходите, остались лишь вопросы. Говорит, я приглашаю к себе в кабинет. Это полиция охраны. Я вам объясняю установку, чтобы вы как бы картинку происходящего себе сразу сложили. Потому что то, что Вадим Михайлович говорит, это одно, а я хочу, чтобы вы ее понимали.